Добрый день, дорогие коллеги. Сегодня вторник, вот 19 мая. И я хочу просто показать пример, как идет работа с Тайморой. Этот счет реальный, он подключен к Докоскопи банку швейцарскому. С самого утра, примерно 20 минут, как открылась европейская сессия, был активный тренд по доллару, продолжение вчерашнего тренда. Таймора это сразу, конечно же, показала. Мы видим вот лидирующую растущую пару и лидирующую падающую пару, да, фунт доллар. Заходил только по доллар франку, так как основной источник, скажем, интереса сейчас именно эта пара для меня. Но я хочу также показать именно преимущество, такое вот психологическое чисто преимущество, которое дает работа по тренду вот с роботом. То есть этот робот уже ведет позицию, видите, открыто 8, это микролоты. Здесь также я вижу таргеты, цель, которая установлена. Первая цель 60% позиции через определенное количество пунктов. Я могу докупить, долить, например, да, добавиться. Если я хочу, ну вот сейчас сработает эта позиция, и я здесь нажимаю просто be add, и вот она добавилась в эту стратегию. В чем преимущество такой ситуации? Первое, абсолютно практически снимается вот этот вот стрессовый механизм закрывать, не закрывать позиции, если пойдет откат, когда закрывать прибыль там и так далее. То есть те мысли, которые разрывают мозг трейдера, когда он торгует руками, вот в той же самой ситуации. Большинство трейдеров, скорее всего, не только не заработает денег, но именно потеряет, работая руками, чем он будет работать по тому же тренду с каким-то сопровождением, которое дает робот. Ну, давайте рассмотрим ситуацию, что имеется в виду. Первое. Ну, например, я хочу использовать больше депозита. Я хочу сейчас, например, вот долиться, там, я не знаю, на еще процентов на 20 депозита, да? И мне нужно быстро передвигать эти стопы руками. Здесь, когда я доливаюсь, я вижу, где мой стоп вот физически на графике. Это достаточно интересно видеть. И я вижу, что, ну, в принципе, уже с учетом того, что это еще и трейлинг стоп, это все подтягивается, да, то есть я понимаю, что, ну, собственно, уже достаточно рискованно доливаться. Если же этого стопа вы не видите, вот у вас такой ситуации нет, прямо перед глазами, то вам хочется, ну, залить как можно больше денег. И потом, при сильном откате назад, у меня сработает, ну, во-первых, есть какая-то прибыль, не минимальная, но тем не менее, в рамках которой я могу тут еще баловаться. Если будет активный бар вниз, то есть даже не разбирался, почему там этот был трендовое движение, то, ну, у меня сработает вот здесь этот стоп, и никаких особых проблем, собственно, я не понесу. У меня даже не будет мысли, что делать, открываться, доливаться, закрываться. Куда бежать, открываться в обратную сторону, потому что я вижу ситуацию, я вижу, что там тренд закончился, да, например. И все. То есть машинка закрыла или прибыль вот здесь, или убыток вот здесь. Или если мы переходим в безубыток, то будет закрыт безубыток с какой-то минимальной прибылью, да. Практически нет стресса, потому что нет вот этого постоянного мыслительного процесса, что делать, куда бежать, то есть доливаться, закрываться, где стоп, как его подтянуть, его сейчас руками ближе или еще. Здесь все делает машина, мы как бы стоим по тренду, видим, что вот доллар франк растет, все остальное падает, и чисто психологически это дает очень большое такое преимущество, потому что нет вот этого вот мандража, нет этого настолько сильного человеческого фактора, который даже в ситуации, когда вы угадываете движение по тренду, очень часто заводит вас в минус на доливке и на откате, когда вы просто закрываете минус, опасаясь, что слишком большой лот открыли, то-то, то-то там и так далее. Но пока активного движения нет, я не могу показать, как этот стоп сам подвигается туда наверх. Но логика здесь очень простая. При активном движении трейлинг стоп просто перейдет. Будет двигаться за ценой и дальше перейдет в безубыток. Причем это может быть как трейлинг стоп, который просто переводит в безубыток. Это может быть трейлинг стоп, который двигается за ценой через определенное количество пунктов. Здесь все как обычно. Вот это обычное утро моего любого торгового дня. То есть оно начинается так. Или машинка открывает вот здесь вот. Или я могу поставить, например,
вот здесь линию, и при пробое этой линии наверх, уже при развороте, соответственно, машина войдет, уже вторая стратегия, Fixed Track Alert, она войдет на бай при пробое вот этой линии, то есть я Офигеть. могу, грубо говоря, подстраховаться на разворот, на случай, если будет активное движение на разворот, чтобы там не сидеть, не ловить его, Да, все это я... сделает машинка просто при пробое определенной трендовой линии, которую я проведу. Да? Таким вот образом в данном случае. Доллар, Canadian. Ну, по Канаде я не особо люблю. А так мы вот с доллар-франком мы здесь дружим. Можем на более мелком таймфрейме посмотреть. Здесь самостоятельно машинка рисует, видите, каналы. Опять же, вот у нас открытая. Наша открытая позиция. Здесь мы сейчас вот находимся в этом диапазоне. Вот наш стоп. Да, я могу его перевести, просто руками подтянув, перевести его сюда без убыток. Это не проблема. Просто взять вот здесь и перетащить. Если, опять же, вы чувствуете, что происходит. Что-то происходит, вы не уверены. Если вы не хотите даже вот эти вот минимальные пункты здесь дать цене поработать против вас. Мы можем посмотреть параллельно по ходу дела, какие новости, возможно, послужили причиной. News. Доллар. Ну вот, пишет, что золото, 3 months high. Ничего вроде пока такого серьезного не наблюдается. По евро можно посмотреть. News. И Дуа. Чем здесь достаточно интересно подаются новости. Видите, они стягиваются не только с основных источников каких-то сайтов серьезных, но и из Твиттера, что народ думает о том, что происходит. Я могу увеличить, просто нажав кнопку «плюс». Также я могу посмотреть, что, ну, я сейчас активно не торгую именно Canadian with front. кроссы, но посмотреть, что происходит, я всегда могу, опять же, поработать или на продвижение по тренду, или на откат, если мне это будет казаться интересным. Ну, вот видите, я просто меняю таймфрейм, и машинка автоматом рисует каналы, и я вижу, куда может дойти цена. Тут мы, конечно, далековато уже забрались. Опять же, вот мы видим, да, по доллару, что Dollar with ситуация front. продвигается. Вот уже наш стоп. Давайте посмотрим, в какой канал мы попадаем сейчас. Да, даже по 30 минутам видно, что этот канал будет где-то 0.9340. Наша цена на закрытие, вот 70%, видите, 32 доллара плюса будет цена. Ну, таргет, то есть первый таргет у нас составит 30 долларов примерно вот здесь. Плюсом, если туда цена дойдет. Я здесь просто дважды кликну, мы увидим цену 0.9354. Вот эта цена, куда мы хотим попасть. Она чуть-чуть за каналом, но такое дело. Здесь мы достаточно далеко уже убежали. В принципе, я могу даже руками просто подтянуть вот сюда стоп, перевести его в безубыток, чтобы еще больше снизить вот этот фактор мандража. Да? Canadian, twin front. Значит, если я хочу это все видеть больше, как-то могу сделать вот так. Я просто вижу, что здесь меняется. Вот на 60 минутах евро против австрала. Вот, да, видите, вот то, что мы выставили вот ту позицию по доллар-иене, помните? Вот. Произошел уже пробой, то есть тоже подтверждение тренда по доллару, на укрепление доллара. И вот сейчас на откате она должна войти. Плюс 6. Ну, если этого не происходит, то я, в принципе, могу сделать ручками, не дожидаясь, но я добавлю ее уже в другую стратегию. Я добавлю ее лучше вот в эту же стратегию, тренд.
Видите, да? Вот она. У меня здесь был выбор, в какую стратегию добавлять. FX Track Alert, она, в принципе, сейчас не открылась. Ну, отката не было до этой цены. Поэтому я ее закрою, эту позицию. А по доллару иене я лучше позиции немножко наращу. Вот эта позиция. Тренд 100 РВ. Та же ситуация. Вот наш стоп. Я иногда также использую долларовый стоп, чтобы просто... Ну, кстати, мы можем и в долларах увидеть, сколько этот стоп даст минус, если мы движение не продолжится дальше. Вот, 15 долларов максимум залета на данный момент. Это с учетом того, какое количество лотов открыто. По доллар Канаде, в принципе, скорее всего, что будет та же петрушка. Я могу поставить здесь линию, и ну, при пробое этой линии мы, по крайней мере, получим сигнал. Но я этого делать не буду, не хочу с доллар Канады связываться сегодня. Вот видите, FX Track Alert мы отменили эту позицию. Чем отличаются эти стратегии? Они отличаются... Просто тем, что тренд 100 РВ, она запускается или машиной, автоматом, или я могу руками туда вбить позицию. FX Track Alert запускается при пробое той или иной трендовой линии, которую мы просто проводим. Причем это может быть вот такая наклонная линия. Опять же, при касании вниз, при пробое этой линии вниз, будет открыта позиция на sell. Позиция будет открыта тем лотом, который мы ну, записали в стратегии. То есть разница между обычной работой и работой вот такой в том, что вот вроде бы все то же самое, мы видим, где тренд, мы понимаем, что происходит, но все-таки сопровождает позицию машинка. Ну, здесь пока... Не развивается это движение еще. Давайте посмотрим старший таймфрейм. 30-минутка. Какой у нас есть канал? Тут у нас есть канал. Цена где-то 120-20. Верхняя граница канала. Возможно движение. Я могу это все очень быстро зафлетить. Просто нажав flat. Выбрать, что я хочу закрыть. Только лонги, только шорты, если бы они тут были, да? Сколько я могу закрыть? 25% позиции текущие, 50 или 100. Я могу выбрать flat mode. Как закрыть? По маркету, закрыть по биду или офферу. Midprint закрыть между, ну, внутри спреда попытаться. И так далее. Но это в основном, конечно, касается акций. Такая работа. Ну все, дальше остается только ждать развития ситуации. Один день из жизни трейдера, использующего Таймору как платформу для трейдинга.